пшеница озимая, МВ-3714. Это как раз тот участок, здесь предшественник у нас чечевица. Чечевица была обработана пивотом, в целом пшеница, ну, выстояла, пока вот наливается. Сейчас молочно-восковая, еще верхний ярус даже, ну да, верхний ярус, тут флаговый лист еще пока живы, на некоторых растениях и подфлаговые листья еще целые. Ну, достаточно так все и неплохо в целом. Вот такой вот, такая вот пшеничка. Такая вот у нас пшеница. МВ-37. 14. Ну, это как обычно сейчас модно показывать единичные растения. Действительно, это круто. Так, сколько же у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, 13, где-то 14 стеблей с одного растения. Ну, это нормально, это тоже хороший какой-то пример, показатель. МВ-3714, венгерский сорт. Как видите, на единичных растениях еще и нижний ярус. И, ну, верхний понятно. И здесь формируется, ну, больше трех, даже местами, я смотрю, и 5 зерен в колосочке. 7, 8, 9, 10. Где-то 20 колосков в колосе. 20, 21. Но это здесь. Здесь там, конечно, будет побольше. Так что вот такие вот примерчики есть. МВ-3714, венгерский сорт. Предшественник чечевица.